городе Вифлеем, в той самой пещере, где родился 2000 лет назад Спаситель мира, хранится чудная икона. Лик Вифлеемской Богородицы озарен не только небесным светом, но и земною материнской радостью. Нет такой другой иконы, где Матерь Божья улыбалась. Сын человеческий подарил своей возлюбленной матери эту минутку. Но внутри пророчества и тихое дыхание тельцов и ягнят не нарушало благоговейную тишину послушной пещеры. Хор воскресной школы, храм Оженачальной Троицы в память тысячелетия крещения Руси под руководством Елены Башевой. Детская рождественская песенка-считалка «Ослик и теленок». Концертмейстер Наталья Клепикова. Thank you.
Ну, это не нужно.